Авокадо. Пожалуй, уже не найдется ни одного человека в мире, который не слышал бы об этом уникальном фрукте. Сначала он нам казался каким-то экзотическим, но сейчас миллионы людей во всем мире его очень любят. Родина авокадо – Мексика. Ну вот уже 16 лет он успешно выращивается в Турции. И что примечательно, 70% всех деревьев авокадо выращиваются именно в нашей любимой райской Алании. Сначала выращивалось всего 2 миллиона деревьев, затем их стало 4. И в 2020 году в Турции вырастили уже 6 миллионов деревьев. Так за что же мы все так любим авокадо? Конечно же, он обладает ценными свойствами – антибактериальными, антиоксидантными. Он предотвращает развитие раковых клеток, снижает высокое кровяное давление. В нем высокое содержание калия, он снижает уровень плохого холестерина и повышает уровень хорошего холестерина. Плоды авокадо богаты витамином С, К, Е, витаминами магния. При регулярном употреблении авокадо в пищу он предотвращает остеопороз, оказывает позитивное влияние на зрение. Плоды авокадо богаты клетчаткой и являются незаменимыми для людей на диете для похудения. Сейчас мы находимся прямо под авокадовым деревом. Плодоносить авокадо начинает через 5-6 лет после посадки. В высоту оно может достичь 20 метров. И приносить до 200 килограммов плодов. Сезон авокадо с октября по март месяц включительно. Срывают плоды авокадо в твердом виде. И дозревают они уже в домашних условиях в течение нескольких дней. У хозяек есть свои секреты. Можно в пакет с авокадо положить либо зеленое яблоко, либо лимон. И они дозревают очень быстро и становятся очень мягкими, ароматными и имеет неповторимый сливочный вкус. А для вегетарианцев это вообще фрукт номер один. К тому же он богат полинасыщенными жирными кислотами и омега-9. Кстати, очень много садов авокадовых расположены именно в Кыргызчаке. А Кыргызчак – это восточная часть Алании, всего лишь в 16 километрах от самого центра Алании и всего лишь в 23 километрах от аэропорта, который расположен в городе Газипаша. Кыргызчак – это экологически чистый район Алании. Он расположен в горах, но имеет выход и к морю. Протяженность береговой линии 5 километров. Здесь очень удобные входы, а пляжи галечные. Жители соседних районов специально приезжают, чтобы воспользоваться пляжами Кыргызчака, потому что здесь очень комфортный вход в море. Здесь нет плит, как в соседних районах. Район Кыргызчак славится своими фруктовыми садами, банановыми плантациями, хвойными лесами и, конечно же, горами Торос. Из Кыргызчака очень удобно совершить джип-сафари-тур, попасть к пещере Дим и к реке Димчай, а также каньону Сипадере. Кыргызчак пока что малонаселенный район. Здесь всего лишь 3000 человек. В основном это турецкие семьи, которые ухаживают за своими сельхозугодьями, а также очень много европейцев стали сюда приезжать и проживать в своих виллах. Но наши соотечественники тоже поняли прелесть этого района, и теперь нас здесь тоже становится все больше и больше. Я и сама проживаю в этом чудесном месте и знаю, за что я люблю Кыргызчак? За его тишину, за его хвойные ароматы, за его виды прекрасные на горы Торос, на Средиземное море, на рассветы, на закаты, за щебетание птиц и за фрукты, которые здесь произрастают. Это место для качественной жизни, для тех людей именно, которые любят жизнь спокойную, уединенную, размеренную и ведут именно здоровый образ жизни. Дорогие друзья,
владельцы строительной компании «Торос Резиденс» – это две турецкие местные семьи. И как раз они являются владельцами части земель. Мы сейчас находимся в комплексе Sunrise Villas. Это комплекс из 36 вилл. Они уже все готовы и реализованы, и у нас осталось всего 3 виллы. Но по соседству, как раз на другом участке, мы сейчас в данный момент строим новый проект «Авокадо Виллэдж». И идея его возникла именно в карантин. И мы решили создать этот проект для качественной полноценной жизни, несмотря ни на какие мировые обстоятельства. Сейчас я вам об этом проекте расскажу подробнее прямо со стройки. Наш новый комплекс вилл «Авокадо Виллэдж» расположится сразу же по соседству с нашими Sunrise Villas. 19 тысяч квадратных метров. Этот комплекс будет располагаться между горами Торос и Средиземным морем. Но почему же все-таки «Авокадо Виллэдж», спросите вы? И не потому, что мы все его любим, и не потому, что он прекрасно выращивается в Турции, а потому что на участке, на котором сейчас ведется строительство, выращивались именно авокадовые деревья. И мы использовали эти авокадо для приготовления пищи для гостей нашего пятизвездочного отеля «Люмос». Наш комплекс будет располагаться на трех уровнях земель, чтобы впереди стоящие виллы не перекрывали вид позади стоящим виллам. Их всего будет 21 здание, 42 виллы. Каждая вилла будет на две семьи. И у каждой виллы будет свой приусадебный участок. 350-450 квадратных метров. И наша строительная компания решила сделать вам подарок. На каждый участок будет высажен фруктовый сад. Это будут 4 авокадовых дерева, 2 апельсиновых дерева, 1 лимонное дерево и 2 банановые пальмы. Близость комплекса к морю всего лишь 4 километра. Для того, чтобы здесь комфортно вам проживалось, мы решили построить инфраструктуру, а именно здесь будет большой открытый плавательный бассейн, крытый плавательный бассейн с подогревом, а также целое здание с инфраструктурой, в которой расположится фитнес-салон, детская игровая комната с бильярдом, теннисным столом, PlayStation. Также у нас будет теннисный корт, баскетбольная площадка и плюс парная и сауна. А на крыше здания с инфраструктурой расположится открытая терраса с зоной барбекю, где мы все вместе сможем собираться и проводить время. Поскольку каждая вилла будет на двоих хозяев, мы разделим их территорию вечно зелеными растениями высотой 2 метра. Вилла «Дуплекс» 220 квадратных метров. Она будет состоять из 3 этажей. Наверху будет открытая терраса, на которой мы сделаем коммуникации под установку джакузи либо летней кухни на ваш выбор. На 2 этаже будут располагаться 2 или 3 спальни в зависимости от вашего выбора. И также 2 душевые кабины, совмещенные с санузлом. А на 1 этаже будет просторный холл, совмещенный с кухней и с выходом на террасу, которую в дальнейшем можно будет застеклить. Здесь же на 1 этаже расположится гостевой санузел, гостевая спальня. А также у нас будет 8 вилл-триплексов. А это значит, что на 1 этаж больше. И на 1 этаже у вас будет свой персональный гараж, большая просторная кладовая комната, а также вы можете установить там лифт, который будет поднимать вас на верхнюю террасу. И такая вилла будет 300 квадратных метров. Каждая вилла будет сдаваться с чистовой отделкой, встроенной кухонной мебелью, оборудованными санузлами, а также мы установим лестницы из мрамора, столешницы на кухне и в душевых комнатах будут тоже мраморные. Полы спальных комнат будут из ламината, а остальные части дома будут выложены плиткой. Снаружи дом будет отделан натуральным камнем. Также на территории своего двора вы сможете заказать и отдельно построить
плавательный бассейн. Дом будет подсвечиваться, а также по периметру двора будет светодиодное освещение. А для тех, друзья, кто собирается переехать в Алани на постоянное место жительства и жить именно в этих домиках, мы рекомендуем вам установить теплый пол либо радиаторное отопление, с чем мы вам с удовольствием поможем. Возле каждой виллы будет парковочное место, но также по вашему желанию мы можем вам предоставить и крытый гараж с дистанционным управлением. По вашему желанию наша строительная компания может установить систему «Умный дом», и вы сможете управлять им с мобильного приложения. Обслуживание вилл в год будет составлять всего лишь 750 евро. И еще одна приятная новость. При покупке двух вилл вы можете претендовать на получение турецкого гражданства, а также управлять всем комплексом будет наша же строительная компания «Торос Резиденс». Дорогие друзья, в моей жизни тоже произошла радостная новость, и я купила виллу в Авокадо Виллэдж. Так что я жду с вами встречи, мои дорогие соседи!